Итак, друзья, я всех вас приветствую в новом 2017 году. Меня зовут Александр, а сегодня именно мне доверено провести для вас этот важный процесс, который является у нас розыгрышем, ну, просто сумасшедшего по своей сумме приза. В общем, это 400 тысяч рублей. Розыгрыш у нас будет разбит на несколько частей. Сейчас я вам все подробненько расскажу. Ну, давайте начнем с самого главного. А главное, это мне убедиться, что вы меня слышите. Вот здесь вот в чате, пожалуйста, прокомментируйте сейчас, что меня слышно, что вы видите изображение. И модераторов я также прошу написать в чате, чтобы все остальные обновили страничку сейчас, потому что если вдруг вы вошли на нее давно, то могли не увидеть обновившиеся плеер-трансляции. В общем, жду я от вас сообщения о том, что меня здесь слышно. Хотя мне уже сообщили, что меня слышно, но тем не менее хочу увидеть. Пока не вижу, ну да ладно. В общем, расскажу вам об этой нашей небольшой комнатке для проведения вебинаров. Это первый вебинар в 2017 году в этой комнатке и далеко не последний, в том числе, который я для вас проведу. Не вижу пока ваших комментариев, но, может быть, они появятся. Может быть, здесь виджет ВКонтакте у нас немножко заглючил, а может быть, мне нужно просто самому обновить эту страничку, но я не буду ее обновлять, потому что здесь у меня заменится изображение. Ну так вот, давайте начнем с самого главного. Так, не буду я обновлять страницу, как мне говорят модераторы, может быть, действительно в этом дело, но виджет должен обновляться автоматически. Итак, друзья, розыгрыш по новогодней акции двух призовых фондов на 300 тысяч рублей и на 100 тысяч рублей. Так, мне говорят, что я не увижу комментариев, пока не обновлю страницу. А вот обновил. Черт возьми, и правда, смотрите, да? Не знаю, почему так произошло. Всегда я видел в других комнатах, а здесь вот не вижу. Все, попрошу вас не спамить. Кто сейчас будет здесь спамить, того мы баним раз и навсегда и здесь, и в Surferner. Вот, друзья, давайте договоримся так. У кого плохая картинка, это делается очень просто. Вот здесь вот находите в плеере значок шестереночки, там есть качество. И ставите качество, соответственно, вплоть до HD, по-моему, там это доступно. Качество прекрасное должно быть. Если вдруг у вас автоматически определилось качество 360, у вас все будет мутно, ничего не понятно, это плохо. Поэтому делайте качество хорошим, все будет всем хорошо видно. Но если вдруг даже что-то пойдет не так, то всегда эту конференцию вы сможете посмотреть в записи. Она у нас, безусловно, останется и пойдет дальше гулять по интернету, как доказательство того, что все у нас в Surferner замечательно, честно, и богатые призы мы с вами разыгрываем. К слову, это действительно розыгрыш, которым мы стартуем 2017 год. И давайте посмотрим еще некоторые числа, с которых мы 2017 год с вами начинаем. Потому что я хотел бы, чтобы вы их запомнили. Ну, какие числа можно запомнить? 711. Давайте я даже обновлю, потому что уже, наверное, побольше здесь должно быть. Нет, все-таки столько же. Да? 711 321 человек. Это количество пользователей на платформе Surferner, которые являются потенциальными клиентами для рекламодателей. Ну, все вы знаете прекрасно, что Surferner – это инновационный сервис, который позволяет транслировать рекламу в браузеры клиентов с помощью вот такого расширения. Кстати, я сейчас его отключу временно, чтобы в процессе работы оно вот, даже на целых 3 часа отключу, и не будет оно мне мешать, никаких баннеров нам с вами показывать не будет. Вот. Ну, а если бы оно было включено, то за то время, пока я здесь с вами розыгрыш провожу, мы могли бы увидеть много интересных баннеров. Итак,
Какие 711 тысяч, то есть 700 тысяч человек мы с вами эту отметочку уже перевалили. И я думаю, что, ну, далеко за миллион мы с вами уйдем в 2017 году. Да? Посмотрим, конечно, под конец года, сколько это будет, но я думаю, что будет очень-очень много людей здесь уже и еще больше рекламодателей. Хотя нет, наверное, рекламодателей всегда будет меньше, но это все равно очень замечательно. Кроме того, смотрите, да, у нас с вами замечательно идут показы рекламы, постоянно у всех есть они, все мы, по-моему, починили в прошлом году, были нюансы, когда кому-то не показывались баннеры, кому-то показывались плохо, у кого-то глючило расширение. Вроде бы техники Surferner все сделали нормально, и сейчас все замечательно, да, и потому и пользователей онлайн с каждым днем становится все больше, и эта циферка уже достигла 40 тысяч зрителей уникальных за сутки. Если вы помните, то в серединке, в конце 2016 года эта циферка была около 15-22, там, 25 тысяч человек. Вот, то есть уже в два раза увеличилось. И задача, конечно, сделать эту цифру намного больше. И в том числе, для чего я вам это говорю, конечно, это сторона рекламодателей. Это все интересно рекламодателям. А вот тех людей, которых здесь больше всего, это именно зрители, да, это пользователи, которые приходят на сервис Surferner зарабатывать. И я в том числе являюсь таким же пользователем, ну и по совокупности рекламодателем, как и многие из вас. И тоже мне нравится здесь зарабатывать. Так вот, друзья, смотрите, начнем мы сейчас вот с этого первого... Опа, мне сразу три пуш-уведомления даже пришло о том, что онлайн-трансляция, видимо... Постарались наши техники тут разослать все это. Итак, новогодняя акция была запущена как для пользователей, так и для рекламодателей. И как раз тот самый призовой фонд в 400 тысяч рублей сложился у нас из сумм 100 тысяч, которые будут сегодня разыграны в прямом эфире между пользователями, выполнившими условия акции, и рекламодателей. Откроем и эту страничку, вот 300 тысяч рублей для рекламодателей. Соответственно, здесь условие было для рекламодателей простое, нужно было пополнить рекламный баланс от 1000 рублей, и каждая такая транзакция от 1000 рублей являлась, ну, по сути, входным билетиком на розыгрыш призов. И вот чем больше таких транзакций у рекламодателей было, тем больше таких билетиков у них накопилось, тем больше шансов выиграть определенный приз есть. Но я хотел сначала о пользователях. Так вот, друзья, эта акция, она, конечно, не просто так. Surferner не просто захотела раздать много денег, чтобы там как-то порадовать своих пользователей. Все это делается с маркетинговой целью, как вы понимаете, да? Акция для рекламодателя делается, чтобы привлечь как можно больше рекламы, как можно больше средств, вложенных в рекламу, и, соответственно, научить, ознакомить рекламодателей с тем, что есть такой замечательный сервис, и то, что, пополнив баланс на достаточно существенную сумму, можно дать действительно очень эффективную и массовую рекламу. И это сработало, да, я знаю, статистика там хорошая. Что касается пользователей, сейчас мы с вами тоже статистику посмотрим. 100 тысяч рублей – это тоже не просто так, да, и вот не только 100 тысяч рублей, но и гарантированные призы здесь были обязательно. Получите плюс 5 рейтинга, плюс 5 баллов, да, понимаете, рейтинга, и плюс 5 дней квалификации, выполнив простое условие. Условием в данном случае являлась необходимость пригласить 5 новых партнеров, которые заработали бы до сегодняшнего дня не менее 1 рубля на просмотр рекламы. То есть, как вы понимаете, эта акция, как раз это условие, оно направлено на то, чтобы познакомить вас, во-первых, с тем, что в Surferner есть замечательная партнерская программа, которая как раз и составляет основу всех больших доходов, потому что зарабатывать на просмотре миллион рублей у вас не получится. Но если вы одновременно с этим будете участвовать в партнерской программе активно, которая очень простая, которая буквально элементарная, потому что здесь не нужно вкладывать никаких денежных средств, да, здесь все бесплатно, приходи, просто зарабатывать деньги.
и в том числе на партнерской программе. Шикарный проект. У нас с вами, ну, аналогов просто нет такого замечательного проекта. Поэтому партнерка продвигается на раз-два. Вот. Почему-то многие из вас о ней не знают, может быть, действительно, потому что не знакомились, может, потому что здесь плохо описано в разделах. И вот как раз администрация задумала такую акцию для того, чтобы вас поближе познакомиться с тем, что есть партнерская программа. И вот такое условие вам простое дало, да. То есть попробуйте пригласить, ну, хотя бы 5 человек, и чтобы каждый из этих 5 тоже начал зарабатывать, то есть почувствовал вкус денег. Ну, понятно, что 1 рубль – это не такие большие деньги, но и условие это простое. Вот. Соответственно, я тут тоже выполнил это условие. У вас есть точно такие же таблички здесь. Вот. У меня, по-моему, записано 10 партнеров. Я не сильно налегал на приглашение в этот период, но, тем не менее, вот 10 партнеров набралось. И необходимый минимум из 5, он, в общем-то, был достигнут достаточно легко. Смотрите, вот, по-моему, вчера появились вот такие вот пометочки у вас. Если вы пользователь, то вот здесь обратите внимание. Ваш номер участника розыгрыша. Ну, у меня в данном случае 6, у кого-то он другой. Это ни в коем случае не порядковые номера. Ну, то есть не в том порядке, что кто-то, вот я видел, писал, что он недавно буквально там начал участвовать в акции, ему 40-й номер, он посчитал, что всего 42 человека, да, нет, конечно, нет. Там техники с каких-то своих там соображений этот порядок сделали, но тем не менее. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько всего пользователей в той или иной акции принимают участие. Но прежде я хотел бы... так, смотрю ваши комментарии. Все нормально. Прежде я хотел бы пойти прямо сейчас и обозначить завершение времени, когда мы принимаем, так сказать, вот эти вещи все. У рекламодателей, друзья, смотрите. У рекламодателей есть тоже такая табличка в разделе «Акции для рекламодателей». И в ней видны все ваши транзакции. Непонятно, правда, зачем сюда техники вынесли транзакции с неудачей. Наверное, ошиблись. Не должны они здесь были быть абсолютно. Вот. И для тех транзакций, которые у вас больше или равны 1000 рублей, они дают вам как раз тоже такой входной билетик на этот розыгрыш, на розыгрыш 300 тысяч рублей. У каждой вашей, то есть участвуют не сами рекламодатели, а участвуют их транзакции. То есть все транзакции были точно так же помещены под порядковыми номерами. И сколько их набралось, мы сейчас с вами узнаем. Как мы это узнаем? Есть статистика, я сейчас вам страничку покажу. Но прежде я пополню баланс еще на 1000 рублей. И таким образом мы финализируем, то есть мы посмотрим, какой порядковый номер система мне присвоит этой транзакции. И ровно столько у нас с вами будет призовых транзакций, чтобы уж точно, и вот в прямом эфире мы с вами финализировали. Так. Пополняем счет на 1000 рублей. Так, смотрим. Оплачиваем. Так, все, переходим в магазин и посмотрим, эта транзакция должна у нас... Ага, так, отобразился рекламный баланс, пополнен. И идем в акцию для рекламодателей. Вот она. Так, успех. Так, но я почему-то не понял, по какой причине у нас... То есть, может быть, уже техники завершили
Завершили. Так, друзья, наверное, это так, да, наверное, уже акция зафиксирована, да, и я сейчас, вот видите, моя транзакция уже не попала, то есть номера у нее нету. Порядкового номера у моей транзакции, к сожалению, нету. Соответственно, ну, вот считаем, что уже акция была завершена до 20.00, и... Я сейчас тогда иду вот в этот вот раздел статистический, и мы с вами смотрим, что, смотрите, что. Пользователей, выполнивших задание, у нас 331 человек. То есть 331 пользователь принял участие вот в этой вот акции, пригласил не менее 5 человек с 20 декабря до 20 января, которые, в свою очередь, заработали не менее 1 рубля, установив расширение SurfLearner и просматривая рекламу, да. Вот, 331 человек. Соответственно, это значит, что 331 человек... Сейчас, кстати, я пока попрошу модератора, которые со мной сейчас слушают, вот, чтобы я не отвлекался, попрошу связаться с нашими техниками и уточнить этот важнейший момент. Действительно ли акция была завершена и действительно ли именно по этой причине у меня не подтвердился номер вот... Вот этот вот. Так, ага, это старая вообще страница, она здесь не нужна. В общем, сейчас мы с вами точно узнаем, наших модераторов пошлю узнавать к техникам этот момент. А вам пока про пользователей подробнее расскажу. Так, друзья, вот мы, соответственно, снова в админ-панели, где видно, что 331 пользователь выполнил условия акции, и это, ну, на мой взгляд, это мало. Вот поверьте, честно, при таком огромном количестве... При таком огромном количестве пользователей... В общем-то, 300 человек, которые выполнили условия акции, это просто мизер. Это говорит о том, что партнерская программа SurfLearner, которая является просто основным ключом вот к заработку, основным двигателем проекта, она работает, ну, я не знаю даже на сколько процентов, может быть, процентов на 5, может быть, на 3%. А представляете, если бы она работала на все 100% или хотя бы даже на 50%. Просто у нас здесь была бы такая движуха с вами, что заработки были бы намного-намного больше абсолютно у всех. И это очень хорошая подсказка для администрации для того, чтобы сделать упор. Упор именно на пропаганду вот этих возможностей заработка. И именно поэтому я для вас в скором времени обязательно проведу обучающий вебинар. И мы с вами все это подробно разберем. А кроме того, знаю, что есть планы по обновлению внешнего сайта, внешнего раздела, посвященного именно пользователям, потому что то, что сейчас есть на сайте, ну вот, давайте даже я... посмотрю вместе с вами, что есть на сайте для пользователей. Вместе мы с вами всплакнем, потому что это, ну, прямо сказать, отвратительно. Отвратительный раздел, который мне абсолютно не нравится. То есть здесь вот я даже не знаю, вот, за что здесь можно прям зацепиться. Вот такая простая фраза вроде есть, да. Установи расширение, зарабатывай, и вот тут сразу предлагают зарабатывать какие-то баннеры. Но мне кажется, что это непонятно, вот честно, друзья, да. Может быть, поэтому приглашать сюда могло бы быть намного проще, чем есть сейчас. И в этом направлении будет вестись работа, этот раздел скоро превратится обязательно в очень хороший, очень красивенький лендинг, который будет не менее эффективным, чем главная страница для рекламодателей, да.
Вот. Это очень хорошая подсказка, потому что эта акция могла бы сработать намного лучше. И с администрацией все это обязательно будет обсуждаться и делаться. Ну, закроем этот сайт и вернемся. Значит, мне техники сообщили, уже наши модераторы, что все нормально. Вот, присваивается номер, присваивается он через в течение 10 минут обновляется. Поэтому я тут испугался, ничего страшного на самом деле нет. Так вот, 785, вот запомните этот номер, 785 транзакций призовых, которые от 1000 рублей, было зафиксировано у нас до 20 часов 20 минут 20 января 2017 года. То есть это финал. Все, друзья. 785. Запомнили эту сумму. Идем сюда, обновляем статистику. Итак, 331 человек не изменился. 785 транзакций от 393 уникальных рекламодателей. То есть, как вы понимаете, в среднем по 2 призовых транзакции приходится на каждого рекламодателя. Ну, прям как вот у меня, их 2. На сумму 1 123 706 рублей. Ну, в общем-то, неплохо, да? Неплохо заработал Surferner, неплохо заработали те, кто смотрел рекламу от этих рекламодателей. Или еще только будет смотреть. Все, вот наши с вами отправные данные. Давайте теперь я вас не буду мучить, и мы пойдем уже непосредственно начинать наш с вами розыгрыш. Так, розыгрыш делается с помощью сервиса RentStuff. И сейчас я вам расскажу, как мы это все будем делать. Мы откроем акцию для пользователей для начала. Ну, хотя зачем нам ее открывать? Наверное, для того, чтобы вы еще раз посмотрели на свой порядковый номер участника. То есть вот сейчас у нас, еще раз, сколько? 331 человек. То есть номеров у нас всего 331. Что мы делаем? Мы делаем, что вот здесь вот мы задаем... исключая повторение, и мы с вами будем по 5 случайных чисел из этого диапазона выбирать. А зачем выбирать? Вот как раз они и будут, эти числа, являться выигрышными местами. То есть, вот если сейчас попадется номер 6, вот мне модераторы говорят, напишите сейчас вот здесь вот в чате свои порядковые номера, у кого они есть. Вот ради интереса, да, чтобы все видели, что все прозрачно и что не выдуманы эти номера. Пожалуйста, черканите вот сюда вот в комментариях, напишите свои порядковые номера. Речь идет именно о пользователях, друзья. Порядковые номера пользователей. Розыгрыш пользователей. То есть, видите, да, вот у кого-то 321, у кого-то 12, и, в общем-то, они разные. Отлично. Каждый запомнил сейчас свой номер. Вот Алексей под номером 13. Это, наверное, самый везучий сегодня будет, безусловно. А я под номером 6, еще везучий. Вот 6 и 13, мы с ним такие везунчики. Ну что, и вот в этом файлике, который вы уже успели облюбовать, ссылка на него находится вот здесь, вот список призеров, он называется. Но вы сюда можете особо не заходить, он всегда и всем будет доступен. И сейчас я, когда начну генерировать числа, я буду записывать их вот сюда, вот в эту табличку. Сначала мы с вами разыграем 100 призов по 100 рублей. И знаете, в чем нюанс? То, что по правилам у нас один призер может получить только один приз, то есть один участник может получить только один приз. Это означает, что если сейчас вам повезет, то дальше ваш номер повториться уже не должен. Если, ну, я буду ставить, по крайней мере, вот в этом сервисе, исключить повторение. Надеюсь, что это работает и никаких проблем с этим не будет.
Так, вот вам Алексей ссылочку скинул, да. Да, все правильно, друзья. Я больше не смотрю на ваши комментарии. Вот, смотрите, там у себя в комментариях, здесь вот вам подсказывают ссылочки, по которым можно найти свой номер в розыгрыше, но только, конечно, если вы в нем участвуете, да, то есть если вы выполнили условия, этот номер у вас есть. Если вы 5 человек не пригласили, которые заработали по 1 рублю за период с 20 декабря по сегодняшний день, то, к сожалению, у вас такого номера не будет. Но это будет хороший урок на будущее для того, чтобы принимать участие в акции и делать как можно больше результат. Ну что, время идет, давайте начнем генерировать. Диапазон задан от 1 до 331. Мы выбираем по 5 случайных чисел, исключая повторение. Поехали, друзья. Это победители, которые будут получать по 100 рублей. Так, я делаю следующим образом. Я записываю вот сюда эти номера вот так вот и дальше в следующем порядке. Каждый смотрит его номер, и если вдруг ваш номер выпал, вы можете смело писать вот сюда вот: «Ура, я выиграл 100 рублей». Я потом буду смотреть, наверное, мне время на это терять ни к чему. Итак, 20 раз мне придется сейчас вот сделать. Так, копируем, вставляем. Поехали дальше. Модераторов попрошу проследить, чтобы строчек было действительно 20. И на всякий случай проследить, нет ли повторов, потому что, да, черт его знает, этот сервис. Вдруг они врут, да? А я буду пока свой номер 6 контролировать, и вдруг он тоже здесь появится. Ну, простите, что я не озвучиваю эти цифры, потому что у меня уйдет много времени, если я буду это делать. И, в принципе, ничего такого они вам и не скажут. Кстати, как вы понимаете, призов-то у нас 186, да, то есть 150, 180, 186 призов здесь. А участников 300... Сколько там? А, я забыл. Вот он, 331, да? Так вот, соответственно, у вас очень большие шансы получить выигрыш. Генерируем дальше. Практически каждый второй у нас сегодня выиграет в розыгрыше среди пользователей. Так, отвлекусь немножко на онлайн-трансляцию. Опа, у вас тут уже есть, да? Уже есть выигравшие, 100 выиграл, 100 выиграл. И вот как вот, друзья, да, как это вообще расценивать? Это радоваться или надо уже плакать, да, что, ой, блин, мой номер уже выпал на самом начале, да, и я потерял, по сути, шанс. Опа, и Алексей вот с 13-м номером теряет свой замечательный шанс получить главный приз. А главный приз, он один, 10 тысяч рублей. Хотя 5 призов по 5 тысяч тоже, в принципе, не маленькая сумма, да. Ну что ж, поздравляю, идем вперед. Надеюсь, что мой 6-й номер не выпадет столь рано. Хотя шанс на это 50 на 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, после 10-й я сделаю отчерк, чтобы мне не запутаться. Это 9-е. И это у нас с вами 10-е. Итого 10. 10 умножить на 5, это у нас получается 50. А еще 50 призов по 100 рублей. Работа сложная, поэтому я делаю ее ответственно, четко записывая номера победителей. Так, мне говорят, что есть повторы. Пожалуйста, модератор,
Выделите повторы в тексте красным цветом, и после этого мы посчитаем, сколько их, и, соответственно, удалим. Уж не знаю, почему они есть, хотя вроде все здесь, как вы видите, стоит. Стоит четко. Так, что-то тут. Два числа сразу выделяйте, да, одинаковых, и одно из них я потом в конце удалю. Пожалуйста, вот сейчас на это большой-большой акцент. Если, пользователи, вы тоже заметите повторы вдруг, то обязательно пишите в чате, какую цифру вы там заметили. Потому что будет очень печально, да, если кто-то вот здесь вот повторится, а мы потом его зачтем. Ну, на 100 рублей не настолько печально, а вот если будет дальше, то будет печально. Хотя, вы знаете, может быть, все это на самом деле не так... Не это означает исключить повторение. Может быть, повторения исключаются в рамках одной большой порции чисел. Пожалуй, да, друзья. А если так, тогда мы с вами сейчас быстренько проверяем на наличие повторов каждое число. Я сейчас сгенерировал. Давайте так, раз уж мы вот начали, да, это делать, и, может быть, неправильно поняли суть сервиса, прошу сейчас внимательно модератор вот этот вот числовой ряд проверить. Я, в свою очередь, тоже вот тут вижу уже некоторые повторы. Возможно, они здесь будут в достаточно большом количестве. Так. Так, Алексей, давай так, проверяешь и удаляй, давай сразу удаляй вот эти вот дубли вот отсюда снизу. То есть, чтобы вот проверил ряд, ты удаляй дубли. Я сейчас делаю следующим образом, друзья, чтобы не останавливать наш розыгрыш, я подожду... Сейчас Алексея, наверное, нет, все-таки давайте я помогу ему, потому что если я сейчас начну дальше разыгрывать, то мы просто-напросто все это дело будет очень плохо. Соответственно, сейчас мы быстренько проверим на отсутствие повторов. Если я сейчас добавлю, Алексей, то в этих добавленных числах будет еще огромное количество повторов, и мы вообще тогда запутаемся. Вот. А, хотя правильно Алексей говорит то, что... Ой, блин, друзья, похоже, все это ерунда. Мы сейчас с вами таким образом запутаемся. Потому что у нас еще 50 призов, и у нас еще 30 призов, и у нас еще 5 призов и 1 приз. Давайте поступим так. Я сейчас на ходу беру на себя ответственность. И, ну, фактически мы... Да, мы будем делать, но далее мы проверим на повторы. Если вдруг среди вот этих меньших призов будут повторы среди этих, то мы будем их уже потом исключать. Итак, я 65 добавил, соответственно, я сейчас, чтобы не было уже больше повторов, я делаю следующим образом. Я генерирую... Диапазон уже не 331, все правильно. И генерирую я 35 чисел, которые нам с вами остаются. Сразу 35 чисел, среди которых точно не будет повторов. Ну, как минимум в рамках данных 35 случайных чисел. И аккуратненько начну их копировать. Договорились, да? Так, с модераторами сейчас. Все, окей. Генерирую.
Вот они, эти самые числа. Надо было нам с вами с самого начала так сделать, но, к сожалению, вот сервис-то оказался не универсальным. Я пока буду добавлять. Так, немножко добавил. И дальше наши модераторы будут выписывать. Ну, а вы пока, друзья, можете смотреть уже вот среди вот этого большого количества номеров. Возможно, попался и ваш. Это значит, что вы выиграли 100 рублей пока что на данный момент. Можно изменить правила. Можно изменить правила, и чтобы нам с вами не заниматься ерундой, я сейчас, знаете, как сделаю? Я сейчас посоветуюсь с администраторами, и мы это сделаем, пожалуй, потому что если мы сейчас с вами будем исключать вот эти номера, то будет абсолютно идиотизм, и мы с вами до утра их не исключим. Сейчас прям пишу и согласую вариант, при котором будут доступны повторения, и один человек сможет выиграть несколько призов. Давай, так будет интереснее, согласитесь, вам самим так будет интереснее смотреть до конца этот розыгрыш. Так, а что, 15? А, так мне же надо было не 35, мне надо было больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и еще нам нужно 5. А, 5 чисел, правильно? Нет, стоп. 35, 15, нет, все правильно должно быть. Здесь просто где-то по 6 чисел, на самом деле. Вот в этом весь сырбор возник. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы у нас было не по 5 чисел. Именно по 5 чисел осталось, и чтобы строк было ровно столько, сколько их должно быть. Иначе мы с вами запутаемся. Я уже думал, что меньше. Все верно. Как только пользуешься чужими сервисами, сразу находишь в них кучу ошибок и недочетов и думаешь, вот, что самим сделать такой сервис и сразу все учить. Друзья, никаких повторов, мы все согласовано, мы никаких повторов не будем с вами учитывать. Все. Вот так вот я выделяю и делаю все обычным цветом. А Алексей, не надо больше выделять. Все. Я, соответственно, написал, чтобы больше ничего не выделяли. Соответственно, если вы выиграли несколько раз в данном конкретном розыгрыше, то ничего страшного. Следующие розыгрыши, вот следующие интервалы, соответственно, 50 призов и так далее, мы будем сразу проводить одним махом буквально, чтобы исключить повторы внутри данного диапазона. Потому что, как вы понимаете, чем мельче мои шаги, вот в данном случае по 5 я 20 раз выбирал, да, то вариант повториться намного больше. Итак, 50 призов по 500 рублей. Все, друзья, поехали. Теперь уже все по-серьезному. Так, 331, да? Вот я обновлю на всякий случай, чтобы у него там мозги очистились. 331 из диапазона. Так, нам нужно выбрать 50 случайных чисел из диапазона от 1 до 331. Загляну к вам сюда. Да. Дима, вам 200 рублей, и это не предел. Это не предел. Все, соответственно, все, кто сейчас выиграл, согласованы правила с администрацией, все нормально, друзья, и все отлично. Идем с вами, разыгрываем. У каждого есть возможность получить по несколько призов. Все нормально.
Я оставляю галочку здесь. Все правильно. И внутри диапазона из 50 случайных чисел сейчас повторов не будет. Единственная возможность повториться – это что кто-то из тех, кто выиграл 100 рублей до этого, снова попадет сейчас в призеры. И это будет нормально. Вот. Это будем считать, что вам повезло. Все, мы генерируем 50 случайных чисел. Вот здесь вот их 50. Я ему абсолютно доверяю, потому что только что с вами вместе пересчитал. И прямо вот так вот по строчечкам я скопирую. Это у нас призеры по 500 рублей. Давайте точно так же в чате сейчас пишите, если кто-то обнаружил себя повторно, ну или, может быть, впервые, то напишите, что ура, я выиграл 500 рублей. Если вы выиграли уже и 100 рублей до этого, то, ну, соответственно, напишите, что ваш выигрыш уже 100 плюс 500. Или, может быть, 100 плюс 100 плюс 500. Да? Вот таким образом посчитаем, кто у нас сумеет выиграть наибольшее количество денежных призов по итогам всего розыгрыша сегодняшнего. Что-то он затянулся у нас, но надо было сразу что-то продумать. Этот вот нюанс, к сожалению, он остался почему-то необдуманным. Ничего, в следующий раз уже мы будем опытнее. Этим сервисом пользуемся впервые. И ввело в заблуждение вот эта вот галочка по поводу отсутствия повторений. Вот такие номера. Я единственное, что я сейчас посмотрю, это наличие моей шестерки. А вот нет ее шестерки. Есть 66, но нет моей шестерки. Значит, я 500 рублей тоже не выиграл. А здесь, по-моему, тоже 100 рублей я тоже не выиграл. Такой вот я невезучий пока что. Поздравляю всех, кто выиграл по 500 рублей. Загляну к вам в чат. Так, что, кто-нибудь выиграл? Есть, выиграл. Третий выигрыш Максим Бурдов. 700 рублей уже люди выиграли. Кто-то ничего вообще не понимает. Нет, Андрей, это пока что розыгрыш еще для пользователей. Розыгрыш для рекламодателей мы оставили на самое-самое вкусное. Так, теперь мы делаем следующий розыгрыш. А следующий розыгрыш – это 30 призов по 1000 рублей. Вот уже накал страстей начинается. Что мы делаем? Мы уменьшаем до 30 списочек наших случайных чисел. И раз, два, три, нажимаем кнопку «Сгенерировать». И вот они, 30 обладателей призов по 1000 рублей. Кто уже увидел свой порядковый номер участника розыгрыша среди данных чисел, можете смело писать об этом в чат и накалять всех оставшихся, кто пока что еще не выиграл, своей безмерной удачей. Ну, а мы продолжим. Так, вот модераторы там наводят порядок, разбивают по 5 вот этот вот весь числовой сыр-бор. Ну, это правильно, чтобы мы с вами могли так вот убедиться, что здесь действительно 50. Да? Вроде 5 плюс 5, именно 50. Значит, друзья, вот вам 30 призеров по 1000 рублей. 30 призеров, которые 30 тысяч рублей из призового фондика уже сразу забрали. И в призовом фонде остается 25 тысяч и 10 тысяч рублей, которые мы сейчас с вами разыграем. Что мы делаем? Мы уменьшаем последовательность чисел до 5. 5 случайных чисел, которые сейчас, вот сейчас-то уже это серьезно, да, это уже не 1000, это не 500 и не 100 рублей, это 5000 рублей, на которые вы можете позволить себе сделать все, что угодно. Это просто деньги, которые вы получите от Surferner прямо сейчас. Когда я нажму эту кнопку, я сделаю это прямо сейчас, и вот оно. Вот так вот, да, вот они. Я даже зачитаю, друзья. 139,
150, 96, 154 и 208. Вот такие вот порядковые номера наших участников становятся обладателями призов по 5000 рублей. И я заглядываю скорее в ваш сюда чат и хочу увидеть, где они, эти самые победители. Где обладатели 5000 рублей? Хорош разводить, говорит Дмитрий. Дмитрий, давай это внимательнее будь. И давайте, может, еще раз кинем ссылочку модератора. Друзья, киньте людям ссылочку на тот раздел, где взять свой порядковый номер. Кстати, хочу вам сказать, что... Вот, Артем, 5000 рублей, поздравляю. Давайте скажу вам такую вещь, что, Дмитрий, еще раз, если вы не знаете, какой у вас номер, и даже если вы сегодня не присутствуете здесь на розыгрыше, то, пожалуйста, все это будет опубликовано. И все это вы сможете увидеть потом. То есть, если ваш кабинет, ваш аккаунт выиграет, то вы, безусловно, свой приз получите. Вот моего шестого номера вот прям вот нет и нет. Кто-то уже по 3-4 раза может выиграть, а вот моего шестого номера нету. И этот трансштуф бесполезный не может его выбрать. Ну, осталась у меня одна надежда, что прямо сейчас шестой номер на 10000 рублей сгенерируется. Ну что, друзья, поехали? А вот и нет. Случайное число под номером 82 становится обладателем. Какое число, пардон, друзья? Конечно же, наш замечательный пользователь, который имеет порядковый номер 82, становится обладателем приза в размере 10000 рублей. Где он? Где он, этот пользователь? Пока что не вижу. Алексей говорит, подстава, да, подстава, потому что он ни разу не выиграл. Я тоже считаю, Алексей, что это подстава, потому что шестой номер мой, вот он, вот мой родной участник розыгрыша номер 6, по-моему, вот за все эти разы ни разу не выпал. И поэтому все это подстава. И не верьте мне. Никому не верьте, да. Вот, ну, на самом деле я шучу, конечно, потому что... Это рандом, друзья. Этот сервис, вы сами можете на него зайти, randstuf.ru, и сгенерировать абсолютно любое число. То есть мы не находимся здесь ни в какой аффилированной связи с ними. Это абсолютно сам себе на уме компьютер, который что-то там выбирает. Да? Вот его используют все для розыгрыша. Поэтому обижаться на него, ну, можете обижаться, конечно, можете нет. Ну, вот так вот. Вот так вот мы разыграли 100000 рублей. В любом случае, если вы выполнили условия акции, то вы без призов не остались, потому что плюс 5 дней квалификации и плюс 5 баллов рейтинга к вам обязательно упали. А теперь переходим к самому интересному. А самое интересное у нас для рекламодателей, для наших дорогих пользователей, за счет которых как раз и существует сервис Surferner, и для которых он существует, и для кого и вы, в общем-то, тоже все пользователи существуете, да? Ну, вот так вот уж, извините. Рекламодатели. Розыгрыш призов для рекламодателей. Вернемся к статистике. Закрываем. Так, нет, не закрываем. Переходим в раздел рекламодателей. Напомню еще, друзья, что вот здесь вот номерки ваших транзакции, которые удовлетворяют требованиям акции, то есть от 1000 рублей и больше. И вот они, порядковые номера. Сколько у нас рекламодателей? Да, напомню всем, кто сейчас здесь вот спрашивает, а был ли мой номер, не было ли. Вот здесь вот, друзья, вот он, список призеров. Список призеров – это тот самый документ, который смотрю сейчас я при вас. Вот он. Туда, куда я записываю числа вот эти вот замечательные. Соответственно, список призеров. Вот сюда.
Кликаете, и там можете искать свой порядковый номер. Все, все четко и просто. И я перехожу к розыгрышу призов для рекламодателей. Это, наверное, самое долгожданное. Давайте еще раз перейдем и почитаем, что же здесь такое. Соответственно, точно так же, друзья, правила для рекламодателей гласят, что вышеуказанные вознаграждения будут зачислены на рекламный баланс аккаунтов призеров. И эти средства, может быть, можно будет использовать только для размещения рекламы на платформе Surferner. То есть, если пользователи, которые сейчас получили 100 тысяч рублей, это деньги, которые вы можете получить на руки и потратить их на все, что угодно, то рекламодателям все-таки здесь немножко руки связаны будут, потому что 300 тысяч рублей в 3 раза больше, конечно, да, но эти деньги они смогут потратить только на рекламу внутри платформы Surferner. Но я вот, честно говоря, не отказался бы от такого замечательного подарка. Я все равно буду надеяться, что мои транзакции что-то да выиграют. Номера. Вот в этой первой колонке. Все смотрим свои номера. Уважаемые господа рекламодатели. Вот у меня два номера. 777 такой вот интересный номер попался. И 785. 785 это финальный номер, которым мы закрыли прием на участие в данном розыгрыше. Только что в начале конференции. Я пополнял и закрыли 785 номером. Соответственно, мне нужно перейти сейчас в этот раздел. И здесь мы увидим то, что рекламодателей, выполнивших задание, у нас с вами было 393 человека, а транзакции на сумму более 1000 рублей 785. Идем с вами в этот самый файл. И что у нас здесь есть? Для рекламодателей у нас свои... Так, пардон, я пойду почитаю еще внимательнее, потому что я чуть было не запутался. Итак, 100 тысяч рублей. Вот сейчас мы разыгрываем 100 тысяч рублей. Это сумма гарантированных призов, которая будет поровну разделена. То есть сейчас абсолютно все рекламодатели получат какую-то сумму между аккаунтами всех рекламодателей, кто выполнил условия акции. То есть, заметьте, да, не между транзакциями, а именно между аккаунтами написано. И, соответственно, 100 тысяч, насколько мы с вами делим, мы делим на 393. Вот здесь мы пишем 393 аккаунта, а не транзакции, как было сначала написано. Я сейчас достаю большой калькулятор и считаю 100 тысяч. Поделить на 393. Получается у меня по 254 рубля 45 копеек. И я беру на себя смелость округлить эту сумму до 255 рублей. Вот такая вот замечательная сумма является гарантированным призом для каждого рекламодателя, который пополнил свой баланс как минимум на 1000 рублей в период с 20 декабря до 20 января. Ну и, как вы понимаете, это 25% кэшбэка, да? Потому что пополняя на 1000 рублей, они уже получили 10%, даже не кэшбэк правильный, а бонус сверх суммы, да? И теперь еще 255, то есть еще 25%. Итого уже, друзья, 35% сверхсуммы бонуса вы получили. Это уже нельзя назвать каким-то плохим результатом. Повезло вам, что у вас было всего 393 человека. Было бы 1000 человек, получили бы всего по 100 рублей, что тоже неплохо. Ну, а теперь давайте разыграем 50 призов по 1000 рублей. Что, готовы? 785 транзакций, да? 785 транзакций. Мы это пишем вот здесь, вот. И мы будем выбирать 50 чисел. Это максимум, который можно выбрать, это 50 чисел. 50 призов по 1000 рублей. Прямо сейчас
после нажатия этой кнопки из диапазона 785 транзакций, то есть, как вы понимаете, те, у кого две или более транзакций, те имеют больше шансов, что какая-то из их транзакций станет призовой. И точно так же коррективы правил будут касаться следующего, что каждый следующий приз может достаться тому, кто уже получал ранее на свою транзакцию приз. Поехали. Ну, а я буду что делать? 777-785. Вот я буду все равно искать эти числа среди вот этих вот больших массивов. Так, большая работа мне сейчас предстоит. Модераторы, включайтесь по 5. Пожалуйста, делите. А рекламодатели, которые сейчас видят свой номер среди призеров, могут об этом уже смело заявить в нашем чате. И я потом туда загляну и посмотрю, действительно ли здесь присутствуют живые рекламодатели или пришли только пользователи. А, пока своего номера не увидел. Ага, по-моему, уже вижу. А вот он, 785. Очень даже хорошо. То есть, друзья, я не остался без выигрыша сегодня. И 1000 рублей на рекламный баланс все-таки от Surferner я получу. Но теперь буду думать о том, что это не последний мой приз за сегодня. И все-таки мне повезет еще. Все-таки у меня несколько транзакций. Так, ну что, поздравляю тех, кто получил по 1000 рублей, и загляну я. Загляну. Я вот не знаю даже, что это означает. Да, вот тут тоже увидел мой номер, Виталий, 500 выиграл. Ну, что, есть рекламодатели-то? Вот, Костя, который не верил и 1000 рублей взял да выиграл. Ну что, отлично, Костя. Так, Костя. Yes, говорит кто-то, наверное, тоже что-то выиграл. Все, понял. Мало. 1000 рублей – это ерунда какая-то, и поэтому мы начинаем розыгрыш 10 призов по 5000 рублей на рекламу в Surferner. Без всяких. Но если сразу на баланс, и сразу можете тратить на рекламу чего угодно, пока эти деньги у вас не закончатся. Так, что я жду? 10 призов – это 10 случайных чисел. Из того же самого интервала, ну что, скрестили пальчики там, что, как там надо делать, да, чтобы все попало. Нажимаю кнопку, поехали. Это моего номера. Но зато есть номера ваши. Вот, вот они. Вот они, друзья. 253, 476, 82, 176, 18, 19, 226, 635, 377 и 629. Не знаю уж, есть ли здесь повторение, не буду даже смотреть, это неважно. Наверное, здесь меньше вероятности все-таки встретить повторение, потому что диапазон намного больше, чем в нашем первом случае. А вот теперь мы разыграем 5 призов, но сначала я посмотрю. Опа, Евгений Осипов и 5000 рублей. И 5000 рублей Евгений забрал. Вот ведь какой человек-то, а? Везучий. Но я вам по-хорошему завидую и продолжаю розыгрыш 5 призов по 10000 рублей. Уменьшаем интервал до 5. Крутим, крутим, колдуем, колдуем, нажимаем «Сгенерировать».
Эх, опять нет моего номера. Ну вот они, 25 тысяч рублей. Номера 708, 145, 55, 697 и 155, друзья. Я вас поздравляю. Поздравляю с обладанием 10 тысяч рублей. Это очень, очень хорошая сумма. И вот остался у нас... Даже страшно подумать. Один приз на сумму 50 тысяч рублей. Вот тогда. Страшно нажимать-то. Кто выиграет-то? Говорите, вот кто выиграет. Так, Алексей, наверное, вы выиграете прямо сейчас. Что делать? Что делать? Все, я больше не жду, я нажимаю кнопочку и прям с закрытыми глазами, хлоп, ну вот. И это опять не моя транзакция, номер 41. 41 номер, транзакции порядковой, который получает аккаунт, относящийся к которому эта транзакция, получает 50 тысяч рублей. И наш с вами розыгрыш завершен. Мы решили не тратить время на то, чтобы сопоставлять сейчас этот числовой ряд из порядковых номеров с ID-аккаунтов. Это наши техники сделают, наверное, уже завтра утром, и мы опубликуем все здесь, в этом самом разделе. Поэтому, если кто-то не понял, что это за номера, где их взять, то прямо сейчас, после завершения сегодняшней трансляции, вы можете зайти в раздел своего личного кабинета, который называется «Акция для рекламодателей», «Акция для пользователей», и здесь вот в табличке посмотреть номера транзакций, которые у вас участвовали в розыгрыше призов. Ну, если вы, соответственно, были пользователем, который участвовал в акции и выполнил условия, тогда у вас номер участника розыгрыша, который присутствовал в первой части нашего вебинара, который был онлайн-трансляция розыгрыша призов. Пожалуйста, сделайте это. Файл находится вот этот вот, в который мы записывали все наши призовые номера в общем доступе. И у вас есть на него ссылочка вот здесь, вот в список призеров. И, соответственно, можете просто-напросто взять, да и посмотреть, сколько раз по 1000 рублей вы там выиграли. А может, по 100 рублей, а может быть, и вообще и 50 тысяч ваш. Вот. Но я, кстати, не видел, друзья, что здесь кто-то вот отписался. Вот вижу, что Евгений выиграл 6 тысяч рублей. Ну и вот Евгений, это, наверное, самый такой вот пока что богатый человек, который отписался в своем выигрыше. Пока вот я не вижу среди вас больше тех, кто выиграл 10 тысяч или 50 тысяч. Но мы, наверное, увидим их завтра после того, как придет смс-рассылочка или email-рассылочка тем, кто что-то выиграл. И, соответственно, они пойдут в свои аккаунты и заберут свои деньги или используют их на рекламу. Все, друзья, я не смею вас больше здесь задерживать. Мы провели с вами замечательный розыгрыш, познакомились с этим дурацким рандомным аппаратом, который кому-то принес сегодня хорошее настроение, кому-то... Казалось, что все это вообще полная ерунда и лохотрон. Ну, а кому-то просто занял час рабочего времени. Это был я, который для вас с удовольствием сегодня провел эту конференцию. Как я уже говорю, она не последняя у нас в этом году. Мы с вами обязательно встретимся и что-то интересное еще обсудим. Ну, а пока что я всех благодарю за активное участие в проекте «Surferner».
за активное участие в новогодних акциях. И, в общем-то, надеюсь, что мы с вами встречаемся не последний раз, и вы здесь достигнете огромных успехов, чего вам, в общем-то, и желаю. Всем всего доброго, удачи, здоровья и до скорых встреч, друзья. Пока!